Я вас всех приветствую. Продолжаем проходить The Last of Us, первую часть. Сейчас у нас по миссии мы должны сопроводить вот эту мадам впереди. Сюда? До ее базы. Я знаю, где можно обойти. Пошли. Сейчас пробую делать запись с другого микрофона, не со стокового от PlayStation, который идет. Короче, с другого. Вот. И я надеюсь, что звук будет получше, и меня будет слышно, соответственно, получше. Это твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Потому что тебе больше некому идти. Сюда. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. О, ништяки. Все получилось так, потому что я сейчас записывал серию, а потом впалил, что как раз стоковый микрофон от плойки, он не был на кнопочке «он». И я такой... Блин. Это фейл. Я снова путаю кнопки квадратик и кружочек. Я думаю, это преследует меня будет еще очень долго. Вот, поэтому сейчас, в данный момент, я решил просто серию перезаписать. Выживу. Стойте, солдаты. Вон выход, дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Все, пошли. Ну, сейчас начнется стелс, который по всем законам моего прохождения я всру. Ничего не меняется. Кирпич. Этот мой. Вы кругом обойдите. Сейчас будем как профессиональная группа захвата. Блин, нож потратил. Я хотел его задушить. Хорошо. Это опять вот эти кнопки. Это опять драные кнопки, квадратик и кружок. Осторожно. Пройдут недели и года, но путать буду их всегда. Не пугай меня, ск... Твою-то мать, справа не... Справа палит по-любому. Ну, конечно, справа палит. Что за хрень? Сука! Иди сюда. Раз, два, три, контрольный. Стрелять будем, нет? Или, наверное, патроны сегодня не завезли. Ладно, хер с ним, идем дальше. Уже недалеко. Блин, вот подобное место напоминает мне о моем веселом детстве, потому что, я думаю, все любили лазить по стройкам, по всяким опасным местам, где перелом ног, рук, сотрясение мозга — это было абсолютно обычным делом. Я думаю, не старички, но ребята, которым свыше 23 лет уже сейчас, ну, по возрасту, я думаю, они меня очень хорошо поймут.
Особенно вот под мостом за эти штуки зацепиться и пролезть до конца. Вон туда, да. Ладно, идем. Скорее сюда. Да в натуре хоть шкафы двигайте, а стрелять-то не стреляют. О, в натуре полечиться, а то у меня хп что-то вообще, что-то прям плохо. Куда мы идем, Марлин? Да, куда мы идем? За мной. А, ну за тобой. Уже близко. Это вот из разряда, как заинтересовать идиота. Хочешь, что расскажу? Ну, что? Ну, завтра расскажу. Это вот то же самое. Нам далеко? Куда мы идем? За мной. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Ну, в твоих интересах справиться. Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Все, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Я покажу. Пять. Нормально, так все помещения открыты себе спокойно. Джоэл, помоги мне. Ай, блин. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Гну-гну-гну-гну. Отвали от нее! Эй! Отпусти. Что? Сразу видно, она за монолит топит. Сразу кидается в бой. Она не из наших. Что случилось? Не волнуйся, я ранен, сейчас. Братья. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Иначе враги монолита Стоп. Придут за тобой. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь? Тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней приходит. Подожди, я на это не подписываюсь. Я за ней пойду. Ты их знаешь? Нагрузили пацана. Я знала его брата, Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Ложись. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Лох. А брат твой крыса? Он был мне другом. Крыса он? Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Наконец-то дали покомандовать. А то Тесс вечно. Подай лестницу, найди лестницу, подай доску, подсади меня там, стреляй в них. Теперь хоть кем-то командовать будет. Че ты? Пошли. Вообще, я думаю насчет какой темы. У этой игры есть прохождение, что я говорю. Есть дополнение, Left Behind. Там про события из одного промежутка основной игры, основной кампании, так скажем. Сюда. Вот. И я думаю их проходить как раз в этот промежуток, это дополнение, чтобы как бы, ну, типа, для полноты картины. Либо после. Вот. Я вот пока не знаю. Но, скорее всего, наверное, буду после, как, в принципе, все делают. Вот. Хотя, с другой стороны... Ну, короче, посмотрим. Пока не знаю. Куда мы идем? Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. Берешь, значит, мусорку. Катишь ее. Утыкаешь ее непосредственно в козырек. Лезешь и все. Так и дойдем.
В этой игре вообще мусор, я как понимаю, решает, потому что я помню тут... А товар же по туннелю таскать? Да. Много тележек придется таскать. По контрабанду? Иногда. А детей водил? С места. Это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну мы справа. Вроде как дружим. Дружите? Глава ЦКАД подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Пойдем, она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично. Супер. Вот и поговорили. Что-то я говорил, что там я забыл. Да, тут придется двигать тележки с мусором. И плюс ко всему, как мы можем заметить, Джоэл любитель подбирать кирпичи, бутылки, куски на ножнице или ножниц, куски скотча. Поэтому мусор это прям... краеугольный камень этой игры. Пришли. За хлам и двор. Там, туда-сюда. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Классно, он приглядывает за ней прям. Часы разбились. Экскалибур, не вынуждай меня делать того, чего я не хочу. Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмары. Ну, такое еще. Да, я тоже. Блин, музыка, конечно, тут прям топ. Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще ты нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась. Оп. Проклятые солдаты. Как слить разговоры и уйти от ответа? Жить будет. Надо, чтобы Тесс вошла в комнату. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Ну вот, сейчас опять раскомандуется. Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрывье. У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. Или найдем. Идем. Дайте я пройду. О, конечно. Так, треугольник. И контрольный. Там, наверное, у Джоэла все суставы загудели. По-любому там радикулит, ревматизм, артрит, сколиоз, плоскостопие, кишечник не работает, борода не отмывается. Типа того. А долго нам еще идти? В таких-то условиях. Так что... Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Продолжаем путать квадратик и кружок. Да, конечно.
Лезь, посмотри, что наверху. Как крыса из-под земли вылазит. Стойте, впереди патруль. Ну все, ушли, вылезай. Классно они ушли. На секунду там за поворот зашел, а если это его траектория, по которой он ходит? Осторожней. Дочь, конечно, не радует. Что-то мне подсказывает, что сейчас будут фейлы. Я за кордоном. Вот сюда. На, сука, на, сука! Так, без глупостей. Но... Вставайте на колени. Это потому что надо было, знаете, как делать? Надо было, чтобы кто-нибудь там сказал. Заходи, сбоку заходи! Сбоку не зашел. Это Рамирес, ну, вот. Сектор 12. Последствия. У нас тут трое бродяг. Так точно. Да избежать. Ну и хорошо заплатим. Заткнись. Как все задолбало. Угу. Скоро они. Пара минут. Прости. Пардон. Ни хрена же. Лутай. У них М-ки. Я и не думала, что вы их убьете. Вот. Смотри. Что там? Охренеть. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Оп-оп-оп, я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Если это андроид, то, конечно, он ошибся. Да плевать, как ты заразился. Особенно какой-нибудь такой. Укусу 3 недели. Ублюдский, дешманский. Мне никто не протянул, это, хватит. Врать. Это у них вообще за здрасте. 3 недели, клянусь. Зачем вас подставлять? Да, ну, скучно. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Тесс, беги. Беги! Оп, десант. И как крысы в нору сразу. Да что, блядь! У меня 2 трупа. За мной. Быстро. Я думаю, путаница между кружком и квадратиком это будет отличительной чертой этого прохождения у этой игры. Вот здесь сработало как надо. Там муж вроде меня не коснется. Сколько солдат? Солдаты, вон там. Да вижу, вижу. Я не... А, вон. Проверить траншеи. Тихо. Присядь. Жопу помой. Это заметят. А они заметят? Да, они 100 пудов нас сейчас заметят. Я вот прям чувствую прям тем местом, которым сейчас вода полоскала Джоэлу. Место то, которое полоскала вода Джоэлу. Ладно, пошли. А я предупреждал. По-моему, с такой очереди уже можно было слечь давно. Так. Вот это вот тоже круто, когда в играх есть, можно с разного плеча смотреть. Да нифига себе! Да черепуха тоже бронирована, вот. Сука. Побежали.
Тащи! Давай! Лечись. Лезь, вон там что-то надо посмотреть. Вот, вот, я вот про это говорил. Куски ножниц, скотч. Мусор, мусор наше все. Там впереди еще. Так, куда тут? А, все вижу. Надо как-то его либо выстегнуть, либо бежать. Там? Там Найбалова. Еще и этот тут. А, это один и тот же. Угу. Сейчас бы еще фонарем посветить. Надо. Короче, я думаю, надо тупо бежать. Прострелит булку, да и прострелит. Хер с ним. Ладно. Раз. А куда? Подожди, там. Точно. Раз. Два. Три. Давай. Раз. Ду-д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 у. Есть. Куда ты бегаешь, падла? Присядь, сука. Спалишь сейчас. Да. Еще громче. Еще громче. Нас же не слышат, нас же не ищут отряды тут свата. Элли, чтоб тебя бомжи съели, давай. О, черт, опять патруль. В смысле, опять? Это все тот же. Ну, как обычно. Как же их тут много. Да вообще не говори. Как мимо них пробраться? Вообще, господи, три штуки, заметили. Не пошли так уж и много, в принципе. Ну что там? Тихонечко. Нам нужен кирпич. Слишком много. Жесть. Кать? Ай, просрал вспышку. Все, просрал по-любому. Сейчас он слева пойдет, да? Ну, конечно. Все, спалил. Кидай. Да ну. Кривожопый ты, старик. Бей его. Что за криминал? Я не пойму. Нельзя столько фейлов творить. Вообще беспределит Джоэл прям вообще. Отбился от рук. Или не бегай, падла. Сейчас, вот сейчас должно получиться все. Ты ж понимаешь, что это уровень, это мастерство. Это я просто тебе показываю, что, как, в смысле, как не надо делать. Попробовать. А, тут кирпич надо кинуть, ну точно. Это я просто показываю, как делать не надо, чтобы ты, когда возьмешь себе эту игру, или она у тебя уже есть, чтобы ты знал, что вот есть чувак, вот он молодец, он показал, как делать не надо, и у тебя прохождение будет прям четенькое. Кто такой глаза? Сука! Вот ты... Бежим. Сейчас насулю свинца, да беги. Ай, блин. Вот видишь, вот запоминай, вот именно вот так вот делать не надо, как дебил. Нестись очень вот так вот на амбразуру. Это не есть умно. Тут вообще беспредел, короче, ладно, еще раз пробуем. Вот сейчас вот точно победный будет. О, тут шкафчик. Кирпичик. Это важно. Блин. Помните, да? Мусор — это наше все в этой игре. Можно, конечно, ему в лицо прислать кирпич, но мы более гуманные люди. У них же по-любому там страховок нет никаких. Ему же не будут
Его свибло ремонтировать на работе на его. Вот он сейчас. Вот сейчас 100 пудов я пойду. Это прям вспоминается фрагмент из, по-моему, очень страшного кино 2, что ли. Смотри, чтоб моя попка прошла. Смотри, смотри. Эти. Сюда, скорее. Давай, давай. Эти. Кинуть ему вот эти, что ли? Ладно, хер с ним. Идем. Надо побыстрее отсюда валить. Мы их точно ждать не будем. Тихо, не высовывайся. Да все, побежали уже, хорош краса. Встань, ты выше всего этого. Ладно, присядь, надо проползти. Все, давай, давай. О, какашки. А, тут наверх. Какашки, канализация. Там еще, наверное, Эдди Брок сейчас где-нибудь лазит. Повезло. Похоже. Не отставай. Хоть от дождя скрылись. Чего от него скрываться? Тут... Стоп, а тут куда? Вроде можно пролезть. Куда? Может, под... Подсадить, что ли, куда-то надо? Не пойму. А? Все, вижу, вижу, вижу. Дырище такое! Стоп, стоп! Опять сейчас солдаты. Бы, да, сейчас бы фонариком посветить. Свернуть поиски и явиться в сектор 11. Нас пока не видят. Ну вот и все, вот и рассосались. Не классная видно, работа. Все. Поторчали 15 минут под дождем, жопы помочили. Все, ребят. Ну что, они сбежали. Сейчас они придут сдавать рапорты, там вся, вся херня. Сифу сейчас, считай, подцепят на улице простуду. Шмотки все сушить. Кушать хочется. Одному кирпичом в лицо засандалил. Кого-то вообще убил. Они ушли? Вот нет, весело они им, наверное. Тут. Опа-на, ништячки. Самое время передохнуть. Вот и все. Джоэл, посмотри, что тут полезного. Не умничай, уже все забрал. Слушай, шеф. Ты такой каблук, короче, вообще. Ты в натуре беспредельщик. Ты вот от рук, от нормальных рук, которым надо это самое доверять, ну то бишь от моих, ты отбиваешься. И творишь тут вообще криминал. А вот... Слушай, шеф. Лишь бы на картах поползать. Встань! Где? Я потерял кнопку. Ладно, проползем. Тесс, нам сюда через трубу. Ну, под мочой пройди еще, давай. Держись рядом, Элли. Ну. Ладно. Вот Тесс такой. Инстинкт мамки включился. Как там фонарь выключить? Выключи, падла, фонарь, сейчас спалят, спалят сейчас. Стоп, 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 стоп. Да блин, а вас отзывают, потому что вы эти, как их, кто не умеет работать. Да с головы вынеси эту решетку. Как же это тихо сейчас было. Все, свалили. I'm sure about that. Так, какой у нас план? Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона. Я просто представил, как сейчас такой сзади к решетке подходит какой-нибудь огромный, сватывается. Слышали, по типу как того здорового монстра из Dying Light. Такой с ноги просто решетка такой... Джон Сина! Та-та-та-та! И Джоэла просто на две части разрывает, съедает Тесс, убивает Элли. Все, конец игры. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашиваюсь. Сама идея. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Она вообще базарит, в смысле, не по возрасту. Да брось ты. Стелит грубо Джоэл. Вообще конкретно, как будто Джоэл фраер какой-то. Нет, Джоэл, конечно, такой себе, неоднозначный. Каблук тот еще. Вы дайте мне поговорить. Я знаю. Вот знаешь, молодец, молчи. Вот Джоэл, он, конечно, неоднозначный. Он там каблук чуть-чуть, но, блин. Ну, если рожу себе боится сразу. Иди давай. Сюда. Пойдем через центр. К рассвету будем у Капитолия. Надеюсь. Давай, иди.
Блин, музычка, конечно, прям вкуснятина. Прям годнота. Ты же, я знаю, ты же хочешь, чтобы тебе слух разрезало, поэтому буду подпевать. Блин, вот тут шутейка сама по себе напрашивается про одно число, но... Ладно, ладно, я молчу, я держусь. С ума сойти. Так вот, какие эти дома вблизи. Ты имеешь в виду грязные и косые? Высокие. Это вот как раз олицетворение пословицы или поговорки, или насрать, одно и то же. Типа, чем громче шкаф, чем больше дом, тем не очень падает. Он как-то вот он упал, он теперь как инвалид стоит. Это что за звук? Тест, ты слышала? Да, но вроде бы далеко. Сейчас фрейра припрут. Сбоку заходи. Пока нет. Идем. Церковь. Там монолит. Пойдемте к ним, у них шмот нормальный. Перезарядись. Че ты как абсос? Вот. Ого. Ну, короче. Топы. Ну-ка. Зафокусируй. Вот и Капитолий. Я думаю, на вот этой ноте мы остановим сейчас серию. Вот, кому интересно, смотрите предыдущие. Вот. Продолжим в следующий, там же увидимся. Поэтому всем счастливо. Всем пока. Спасибо за просмотр.